Мы на автовокзале в городе Севастополь. Сейчас выезжаем на автобусе в 9:10 до Судака. В Судаке будем пару дней отдыхать, тоже снимать, показывать вам красивые места Судака. Вот так вот выглядит автовокзал. Сегодня погода еще испортилась, так что хорошо, что мы уезжаем. Вчера успели все посмотреть, хорошую погоду покупаться. В Судаке вроде сегодня обещают тоже пасмурно, но без дождей. Мы на автовокзале в Симферополе приехали. Промежуточная остановка до Судака. Сейчас остановка 10 минут, санитарная, так сказать. И мы поедем сразу обратно. Там у меня за спиной вокзал Симферополя. Красивая башенка, здание проезжали тоже. Мы приехали в Судак, мы сейчас на автостанции, вызвали такси, ждем. Поедем сейчас в отель, заселимся. Потом по времени уже будем смотреть, либо поедем в Генуэзскую крепость, либо в Новый Свет. Либо попробуем сказать туда и туда, погода хорошая. Хотя по дороге из Симферополя шел дождь. Там вдалеке Генуэзская крепость. Мы в Судаке заселились в отель. Сейчас спустимся к морю, пообедаем и пойдем на нее поближе посмотреть. Большая зайка на большом теплоходе. Море. Мы не были по черному морю. Вы хотите, не бывает у нас свободного времени. Мне сторона у нас полюса прямо. Город.
пожалуйста. Вот.